Может быть, где-нибудь здесь на стене? Нет. Еще один сундук, кстати, сказать. Тарсион, Тирван подписчика, здравствуйте, Тарсион. И вам добро пожаловать, доброго вечера или доброй ночи. Вот, еще 8 часов только, 8:30. Да, мы сегодня в 3 начали, но не переживайте. Можете посмотреть запись, ну, вот так и знал. Не зря же он появился. This is Sparta! Как же ты хорош. Как же ты хорош. Black Wizard, welcome! Темный маг посетил нас. Готовьтесь, он сейчас будет творить Black Magic. Очень мощный. Но мой топор мощнее. Ну ты, ты крылатая тварь. Спасибо. Не жди, обращайся. Так. Тут не перейти. Знаешь, что ведьмина тетива уже не поможет. А что с ней случилось, напомни? У тебя ее отобрали? Всю магию проедрил. Ну, пойдем сюда тогда. Больше некуда. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Прикольно то, что игра еще ни разу не... Ну да. Не прогружалась. Или она это делает очень незаметно? Это супер. Супер здорово. Магия кончилась на тетиве, перезарядить нужно. Это каким образом? Наверное, какой-то фонтан нужно найти.
Ой, все. Тут еще. Чего еще? Еще кристаллы? Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Не сомневаюсь. Infernal Moon, Prime Sub, здравствуйте, сударь. И Хайм Сава, или Кава. Три месяца. Сава, Сава Пьен. Алина, тебе спать не пора? У тебя, по-моему, уже глубокая ночь, не? Я так просто интересуюсь. Спасибо. Залез, леший. Спускайся. Ага. Пацан, помоги. Я уже готов. Куда луч идет, туда стреляй! Место! Я готов! Как хорошо здесь есть камень. Огонь! Кусочки древнего подбирать? Ну давайте попробуем в самом деле. Что мне с ними делать? Древний, у тебя что-то вываливается. Ты совсем древний, наверное. Чего давай? Наверное, их нужно как-то кидать. Огонь!
Ну да, попробуем. Еще два! Уу! Он удар. Зря вы вылезли, конечно. Так вот, на тебе, по печени. Что? Что? Припекать начинает? Ты где таких словечек-то набрался? Я справился. Неплохо для начала. Я вообще ничего не делал. Редкий предмет чары, уменьшение урона от всех атак темных эльфов только лишь на 12% смирится до 36. Рекомендую ли я прошлые игры этой части? Прикрывай спину. Я не играл в них. В том-то дело, что я не играл в них, очень хотел купить переиздание. Я думал, что оно есть на PS4, но я ничего не нашел. Возможно, не на нашем рынке. Третья часть прикольная, первые две, ну, наверное, уже... Не то чтобы не зайдут, не знаю. На теме ностальгии зайдут, точно. А вот графон... Лучше спросите в чате с планцами. Так есть третья часть на PS4. Не знаю, я на маркете набирал, честно. Я что-то God of War. Ничего мне не всплыло в списке. Буря Ньорда. Слабая руническая атака. Ну, а если она слабая, нафига она нужна? Так. Нарисована рука. Конка руки. Нужно дотронуться. Ударить. Черный экран, что делать? Ребят, подскажите, пожалуйста, скиньте ссылку человеку на VPN. Или пусть опер восстановится. Спасибо заранее. У многих такая проблема. 35% всех зрителей. Согласно опросу нашей группы ВКонтакте. Просто вы можете ответом написать? Какие вы ленивые. Ну, помогите человеку. Просто выделите его никнейм. И да зачем? Зачем Твиттер, Инстаграм и Ютуб? Зачем сейчас Твиттер, Инстаграм и Ютуб? Не нужен Твиттер, Инстаграм и Ютуб.
кухне. Ребят, если человек заходит в чат, у него не работает стрим, я... Вот скажите, вам как бы было удобнее, если бы вам ответили? Наверное, если бы написали в личку или обратились к вам и скинули просто ссылку на последнюю новость ВКонтакте, где написано, если у вас не работает черный экран, делайте 1, 2, 3, 4, 5. Неужели так сложно написать ему? Эй! Я был о вас лучшего мнения. То, что вы скинете ему ссылку на группу, он не поймет. Ну, мол, ссылка может, на группу это мне, зачем она? Мне уже надоело эта локация. Она слишком... Слишком яркая, красочная, солнечная. И враги здесь. Мухи какие-то, муравьи. Я никогда не привыкну ходить. Мне никогда не нравился супергерой Человек-муравей. Я даже стрим, этот фильм не смотрел. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Это снова гном. Синдри? Синдри. Эй. Сюда. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. А вы как-то слишком часто переезжаете, ребят. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Он немногословен, я знаю. Мне с ним приходится работать. Я вас прекрасно понимаю. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. А, верь в волшебство. Это ведь не когда ответ. Когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Mm-hmm. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Да. Не ходи, где попало. Теперь С тех я пор, доволен. Как ушли все люди... Никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Чем могу служить? А есть что-нибудь на соски? Для бедер. В смысле? Это же то, что на мне надето сейчас или нет? Пояс древних. Или это просто магическая штуковина? Достаточно ресурсов. Надо копить, значит. Извиняюсь, надо копить. Ух ты, сколько талисманов. Сет древних. Угу. Это моему брату вышли.
А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корежит лезвие. Но это так. Не берите в голову. Да, да. Ей, третий уровень. Прицельтесь, удерживайте R1, чтобы вырвать три цели на теле одного противника или трех разных врагов. Так, еще раз. Как это выглядит? Ух, хорошо. Беру, конечно. Кто в здравом уме такое не возьмет? Серия с точечным броском теперь сопровождается мощным взрывом при попадании в цель. Именно серия. Мощная атака в прыжке. Замечательно. R2 время бега. Беру. Так. Что творит? Что творит? Выполняю уклонение. Удерживайте L. Отклонен назад. Нажмите R1. Сложно. Халдю пока что. Может, мальца вкачать? Ну, я не знаю, я за него особо-то и не играю. Че он тут умеет-то? Атрей будет самостоятельно помогать Кратосу, заметив врагов в определенных уязвимых состояниях или нападении на самого Кратоса. Не бояться. Это пассивка, что ли? Улучшая врага, Атрей может применить серию приемов, если Кратос отбросит противника достаточно далеко. Прикольно. Атрей может выполнять верхние оглушающие атаки, когда враги находятся рядом. Увеличение урона, повышение скорострельности. Мы внутри. Ну, конечно. Ну, конечно. Me rested just subscribe with a tier 3 sub. Второй месяц уже tier 3. Здравствуй, господин tier 3. Спасибо тебе огромное. И happy for Fnir 14 месяцев. А S-читер пишет, потому что халява, и донатит 100 битцов. Не знаю, в чем халява заключается. Антихимик, tier 1 подписка. И Mary All, также новый гражданин нашего убежища. Infernal Moon. Prime Sub. Да, это был 20 минут назад. Вроде никого не пропустил. Ребят, всем доброго вечера. God of War. Почему сегодня? Потому что пресс-релиз. И с 15 по Москве можно в нее играть. Сама игра выйдет, получается, через 4 часа. Или 3. 3 часа 20 минут, получается, в полночь, да? Смотрю через Алжир. Качество фулл, скорость не режется. Да, если у вас... еще раз напомню, в связи с блокировками Телеграма, к сожалению, Роскомнадзор повалил много сетей, гугловских, амазоновских IP-адресов. Если вы стример, это первое, можно стримить через Варшаву,
там все без проблем, поток пойдет. Если вы зритель, у вас не грузится черный экран, то, соответственно, вы должны установить VPN. И вот по поводу разных способов установки VPN я прошу в комментариях прописать в нашей группе ВКонтакте. Возможно, кто-то сейчас заморочится и, не знаю, составит какой-нибудь документ, где напишет поэтапно для людей, которые вообще в этом не разбираются. Им страшно даже, не знаю, представить, что они что-то там будут поверх устанавливать своего Хрома или, не знаю, Internet Explorer, может, кто-то им пользуется. В общем, если кто-то так сделает, будет здорово. Я, соответственно, это продублирую. Вот, добавлю, может быть, ссылку боту, чтобы он там время от времени вкидывал эту информацию. Ну да, или можно переехать в другую страну, как это сделала Алина Рин. Свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Агресс, за работу. Берегись, темный Алло! Простите, пожалуйста, но это просто какой-то Вьетнам. Вы чё хоть, а? Алло! Можно я курок-то хотя бы сделаю? Мне напарник нужен. Более опытный. Нет, этого не подумал, сын. Всего один. И ни одного. Что теперь?
Свет уже рядом. Я удивлен, это как бы даже не середина игры. Сработало! Мосты появились! Протс какие-то. Иди за мной. Отец, ты ранен! Как ж ты достал? Чё ж так орёшь-то? Я пытался смотри топора пути кинуть. Я не знаю, как это работает. Пока что не знаю. И вообще, когда у тебя не полное здоровье, ты должен показывать это игроку. Мол, смотри, тебе нужно подлечиться. А то когда интерфейс вот эту полоску убирают слева, я думаю, блин, наверное, у меня фуловая. ПП-шка-то. Фига себе, вас почудили. Нет, погоди минутку. Так, с три штучки, а... больше. Вижу. Вули еще сейчас одна. Сейчас я это спущу. Ага. А ты думал? Сказка попал. Сандра Раф с 8-м месяцем. Вас поздравляю. Доброго вечера всем. Тебе тоже. Большой привет, драти профессор. Да, сегодня были логические задачки, в том числе мы с ними успешно справились. Эва Финн, с 4-м тебя. Феннер, 100 бицов. Роскомнадзор, разоблачь Твич. Дуров, верни стену, всем хай. Зачем вам стена? Кто-нибудь действительно скучает по стене до сих пор? Мы отсюда пришли. Давно сундуков не было. Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Какой правильный пацан. Нам сюда нельзя. Пойдем обратно. Ты слышал?
готов. Держись рядом. То есть это... Может быть, это... Может быть, когда мы вертели глобальную карту, можно было пойти куда-нибудь... Простите, господи, что ж такое-то надо попить? Может быть, мы могли пойти куда-нибудь еще? И это вовсе не вторая локация? По мне так, ну, похоже, по сложности и вообще, потому что происходит на локацию, которую ты, на которую ты попадаешь ближе к концу игры, нет? Нельзя? Клёво, что ж дальше тогда будет? Эй, а когда мы доберёмся до света? Подождите, откуда вы знаете? Как мы заставим его стать игра ещё не вышла даже. Ведьма сказала встать в него. Как когда? У вас это получается? Когда её выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о её безопасности, а не о нашей цели. А это плохо, да? Если... Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Ну, прикольно то, что даже, казалось бы, скучные подъемы разбавляют такими моментами неожиданными. Не скирджампы, но тоже хорошо. Рядом со мной. Да я так и делаю. Я так и делаю. Слушайте, вот, уже вот нечто вот это вот подростковое. Фу, оно липкое. Мед, наверное. Гина, Нуна! Еще один! Назад! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Мир Ксенос Блэк Мезу. Не напоминай мне про Сорс Блэк Мезу. Не так не допилили Ксен. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, обещали, надо будет обещали. Действовать быстро. Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Я бы не был столь уверен, уважаемый месье Кратос. Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! Вот это точно! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! А в какую сторону я шел? Подскажите, пожалуйста. Надеюсь, что это Мейнхайв. Кратос. Зачем кто? Лучше и не скажешь. Сын! Ты ранен? Нет, нет!
Ого! Красота! Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Тебе обязательно очень нужно все больно потрогать? Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я хочу... здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это я напомню, подарок, что карлик его не смог удержать. Спасибо. А пацан взял как будто пластиковую игрушку. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. А он не знает меня и, похоже, не хочет знать. Я сильный, я умный, я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты. Всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Это он всех побивал. Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел.